Всем привет! Меня зовут Анастасия, я вас рада приветствовать на своем канале. Если вы ко мне заглянули впервые, то обязательно подписывайтесь. И начинаем сегодня новое медитационное видео. Хотела сделать предновогоднюю уборочку в комнате, а также хочу поставить елочку и украсить. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Итак, смотрите, у нас обычно все года мама ставила вот сюда, в этот угол елку, то есть она всегда стояла здесь. Сейчас стоит кроватка, я хочу ее маленько, кроватку отодвинуть вперед, за нее поставить вот эту вешалку с вещами, а елку поставить вот в этот угол, а манеж вместо елки туда перенести. Посмотрю, мне кажется, вот в этом углу она будет смотреться хорошо. Кресло, наверное, пока вообще уберу отсюда. Сначала хочу перенести манеж в другой угол. Здесь ребенок нарисовал на манеже фломастером. Фломастеры такие, на самом деле, купила удобные. Они оттираются с любой поверхности, просто обычной влажной салфеткой. Вот сейчас все уберу, потом сложу игрушки вовнутрь и перенесу. Затем хочу протереть везде пыль со всей поверхности, протирая обычной влажной тряпкой. Вот надо необходимо протереть с комода, тут с цветков, с горшком где-то. Затем надо в тумбочке переберу, там получается книжки тоже надо протереть под ними. Далее перехожу на полку в углу, который стоит стеклянный, зеркальный, у меня получается зеркальные стенки. Здесь также необходимо все протереть, на самом деле давно здесь ничего не протирала. Протираю влажной и сухой тряпкой. Здесь стоит какая-то посуда, мама собирает, плюс она собирает статуэтки, ей нравится, у нее много. Вот здесь они стоят у нас, также все убираю и расставляю все по местам.
Затем перехожу к люстре, протираю также влажной и сухой тряпкой. На самом деле на ней достаточно пыли собралось, поэтому все хорошо тщательно протираю. Если кого-то смотивировало своим видео, то надеюсь, также кто-то захочет прибраться перед Новым годом в каких-то недоступных местах для обычных дней. Так что присоединяйтесь вместе со мной. Здесь я перехожу к зеркалу, также необходимо протереть хорошо сверху пыль. Само зеркало я протираю средством для зеркал, и потом сюда буду вешать светящуюся гирлянду. Достала елку, я уже ее собрала и распределяю сейчас все веточки. На самом деле в нашей семье мы устанавливаем елку поздно, ну то есть прям перед самым Новым годом. Это числа 30-31. Это на самом деле первый год, когда я вот так рано поставила елку. Это получается где-то за 3 недели до Нового года. На самом деле мы так не делаем. Ну, вот здесь, так как, думаю, время есть, пока ребенок, ему прям очень интересно, он теперь каждый день бегает, на нее смотрит, радуется, показывает, смотрит игрушки, поэтому, думаю, не зря я ее так рано поставила. И обычно мы ее убираем где-то после 14 января, когда проходят все праздники. Далее хочу на место, вот где стоит елочка, все пропылесосить, сделать влажную уборку, ну и также во всей комнате все то же самое промыть, пропылесосить.
Елочку я украшала, когда Гриша спал во время дневного сна. Вот здесь проснулся. И он был так удивлен, он был так радовался каждой игрушке. Ему было все интересно. Елку я украсила, получается, в золотисто-красных цветах. То есть такие игрушки у нас в этом году нарядные. Ну, это просто такая радость. Ему просто надо посмотреть, как он радуется. Он постоянно просит, чтобы его поднимать, а он причем не скидывает, а если скинет, пытается надеть игрушку.